Привет-привет, друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами Елена Викторовна. Мы пополняем английский словарь, берем слова по английскому языку уровня intermediate. То есть это самый ходовой английский словарь, это те слова, которые используются в речи среднестатистического англоговорящего человека. Сегодня у нас блок слов синонимов под номером 33, где мы будем говорить о неприязни, которая на английском звучит как dislike. Я думаю, что вы знаете такое понятие, как дизлайк. Она у нас также используется. Мы знаем, например, на YouTube, если видео не понравилось, некоторым, я понимаю, мои видео также могут и не нравиться, люди оставляют дизлайки. Конечно, автору неприятно, наверное, получать такое, но, по крайней мере, есть такая опция. Это значит, что есть над чем работать. Вы уже знаете, что дизлайк – это не нравится. Но в английском языке дизлайк – это существительное, которое можем перевести словом «неприязнь». Итак, если dislike используется именно как существительное, а не как глагол, то это слово переводится как неприязнь, нелюбовь или даже антипатия. Синонимами данного слова могут быть слова hatred, hate, disgust, а также есть антоним liking. Dislike is a feeling of not liking something or somebody. Не любовь это ощущение, что вам кто-то не нравится или что-то не нравится. Something, что-то, someone, кто-то. She had a great dislike of noisy parties. Ей очень сильно не нравятся шумные вечеринки. Или у нее сильная нелюбовь к шумным вечеринкам. Иногда действительно удобно dislike переводить как глагол. В русском языке все таки нелюбовь, неприязнь. Я бы не сказала, что сильно часто используются в речи. все таки мы чаще говорим, что мне что-то не нравится. То есть я испытываю неприязнь, все таки сильно литературно звучит, да? Мы видим связку have a dislike – иметь неприязнь. Обращаем внимание, кстати, что стоит определенный неопределенный артикль a, то есть слово dislike может меняться, неприязнь одна, a dislike, да? Dislikes – неприязни. Следующий синоним – это слово hatred. Hatred is a very strong feeling of not liking someone or something. Ненависть ⁇ это очень сильное ощущение того, что вам не нравится кто-то или что-то. То есть hatred ⁇ ненависть к чему-то или кому-то. Это чувство можно испытывать как к человеку, так и к какому-то, скажем, объекту, понятию и так далее. Hatred ⁇ это ненависть. A hatred of unfair treatment ⁇ ненависть или неприязнь к несправедливому отношению или несправедливому обращению. A hatred, опять же, видим с неопределенным артиклем a. Неприязнь к чему? A hatred of. После of мы указываем, к чему идет неприязнь. Unfair treatment, несправедливое обращение. Treatment. В данном случае можем переводить как обращение с человеком. Unfair, соответственно, нечестное, несправедливое. A campaign against racial hatred. Компания против расовой нетерпимости. В данном случае hatred снова удобно перевести как нетерпимость, то есть очень сильное чувство, что кому-то что-то не нравится. Термин racial hatred используется в русском языке как расовая нетерпимость. A campaign against racial hatred, соответственно, кампания против данного явления. И слово hate также переводится как ненависть и нелюбовь. Давайте посмотрим, в чем же отличие от hatred. Hate is a very strong feeling of not liking someone. Hate это сильное ощущение, что вам не нравится кто-то. То есть hatred более широкое понятие. Мы можем не любить как человека, так и какое-то явление. Hate это конкретно неприязнь к человеку. Her eyes were full of hate. Ее глаза были полны ненависти. Действительно, в русском языке ненависть мы можем испытывать, наверное, также только к человеку. Поэтому останавливаемся на варианте hate как ненависть, а hatred как неприязнь или нетерпимость к чему-либо. Последнее слово из синонимов это disgust. Disgust is a feeling of dislike that is so strong that you feel angry or slightly ill. Disgust, переводим русским словом, отвращение. Это настолько сильное чувство, что вы начинаете злиться, вы испытываете злобу, либо вам становится противно. You are slightly ill, вам немного противно. Disgust, отвращение. Seeing the dead animals filled her with disgust. Когда она увидела мертвых животных, это наполнило ее отвращением. То есть она испытала отвращение. Когда увидела мертвых животных. Disgust отвращение. И давайте закончим все-таки на позитивной ноте, да? Давайте поговорим о том, что вам нравится. Liking. Liking is a feeling of enjoying something. Liking это чувство, что вам что-то нравится. Поэтому если урок вам нравится, друзья мои, не ленитесь, жмите лайки и смотрим примеры. She has a liking for fine wines ей нравятся хорошие вина. Она предпочитает хорошие вина или у нее есть предпочтение к хорошим винам. Но все-таки неудобно лайкинг переводить словом предпочтение. В русском языке мы опять же так же, как и со словом dislike, в этих ситуациях предпочитаем использовать глагол have a liking иметь предпочтение. Или по-русски перейдем к глаголам предпочитать. The dessert was too sweet for my liking. Десерт был слишком сладким для того, что я люблю, для моих предпочтений. Также неудобно, наверное, переводить, друзья мои. Liking все-таки неудобно использовать как существительное при переводе. Поэтому думаем. Но я вам честно скажу, что именно существительное liking используется крайне редко. И все-таки намного чаще вы встретите like как глагол. И также слова hatred, hate и disgust используются довольно-таки часто. Dislike чаще встречается как глагол, но может вам встретиться и в качестве существительного. Вот такой получился сегодня урок. Надеюсь, друзья мои, вам он был интересен. Теперь, если вы что-то не любите, испытываете к чему-то или кому-то неприязнь, вы знаете, как об этом сказать. Вы можете сказать, I feel a dislike. Я чувствую неприязнь. I feel hatred. Мне это очень неприятно. Я чувствую сильную неприязнь. I feel a disgust. Я чувствую отвращение. На этом, друзья, мой урок наш сегодня заканчивается. Занятие для вас провела Елена Викторовна. Канал OK English. Следите за обновлениями и учите английский язык вместе со мной. Пополняйте свой словарный запас. Говорите как грамотно образованный человек, и вы начнете получать удовольствие от использования английского языка на высоком уровне. До скорой с вами встречи. Всего вам самого лучшего. Bye-bye.